Не женское это дело. В Люберцах задержали ранее судимую 28-летнюю женщину, подозреваемую в совершении грабежа. По оперативным данным, на улице Заречной в Марусино злоумышленница вместе со своим знакомым попросили о помощи местного жителя. Мужчина помог вызвать такси, чтобы добраться до ближайшей аптеки. А вот у пункта назначения правонарушители решили отблагодарить нового друга. Напали на нового знакомого, отобрали мобильный телефон и избили. Похитив денежные средства и личные вещи, правонарушители скрылись. Изучив записи камер видеонаблюдения полицейские по горячим следам задержали подозреваемую. В ходе личного досмотра у нее был изъят ранее похищенный мобильный телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Соучастника сейчас ищут оперативники.